минутка жизни, минутка шутки. Такой период странный. Я его не воспринимаю. Живу как-то. Где-то. Где? Чё? Уж не выкупаю такого в жизни. Да. Я 8000 добила. I'm so pretty against it. Я against it. Забила 8200. Да, давно. Полчаса назад. Еще и 200 человек с плюсом. Я сегодня такая думаю. Блин, 7800, сегодня хочу добить 8000, а мне уже 8200, потому что I'm so cool against it. Перевесил. Годи я вятку добьем. Мне просто не хватит времени добивать девятку, потому что я буду сейчас от переночи. Вот это тут не дом людей, поэтому я не хочу, чтобы кто-то просто у нас изменили на свадьбу. Поэтому если я закончу прямой эфир с 8500, я как-нибудь переживу. Так, ну вот, маленький, но только осталось 300 подписчиков. Двести пятьдесят. Гоу, 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 гоу! Или... Я, наверное, не успею добить, но ничего страшного. Я план сегодня снова поменял. Под прямым эфиром я написала: кто с России, тот терпила, а люди в комментариях. Слава Украине, героям слава. Слава нации, смерть врагам. Украина понад все. Путин кого? Я думала на этот модератора как-то... Я сама давай справлюсь. Оп, я справилась. Быстренько, быстренько писали в чат, чтобы это было, чтобы этой фигни не было. Потому что, о, давайте, давайте крутить ее флаги или сердечки. Потому что у нас коли то их море любят. Что-то такое было. А украинский фамилия? Почему это так противно? Я мне 12. У меня будет 12 часов ночи как раз. Посмотрим свой результат сегодняшний. Кстати, еще что-нибудь написано. О! 28 тысяч лайков на видео. А что, мы на английском еще проиграем с пикой. I can speak English so good. Oh, but we
моя поддержка. Делимся эфиром, ребят, не падаем. Чат не должен стоять на месте. Хорош. Челики нагоняют меня активчиком. Опс, а я не падаю тоже. Оп. Если за 9 минут будет 8300, я продолжу. Потому что спать я особо сейчас не...